От Фондбанк. Технология победы. Вибрас, вибрас, на ход! Так приветствовали полузащитника «Рубина» активные болельщики казанского клуба на трибуне центрального стадиона «Восток-4». Болельщики попросили, чтобы я пришел на трибуну на несколько минут. Я отнесся с уважением к их просьбе, и вот я тут. Нас хорошо поддерживают во время игр, а когда ты сам находишься в толпе, это слышится еще лучше. Вибрас Надха подхватил зарождающуюся традицию, старт которой дал Виталий Калешин, посетив фан-сектор на игре с московским «Спартаком». На трибуны центрального попадают незаявленные на игру футболисты. Виталий Калешин устанавливался после травмы, а Вибрас Надха смотрел на игру с «Динамо» из-за перебора желтых карточек. Вперед, Рубин! Вибрас внимательно следил за всем, что происходит в игре, переживая вместе с партнерами опасные моменты. Казалось, что Надха находится на поле и сам участвует в каждой атаке «Рубина». Первый гол полузащитник казанского клуба увидел своими глазами. Сначала я постеснялся со всеми начинать радоваться, прыгать, но потом привык ко всему, и мне очень понравилось. А второй же забитый мяч Вибрас встретил со съемочной группой «Рубин ТВ». Эх, не успел! В этой игре «Рубин» одержал победу, не дав «Динамо» ни единого шанса. На последнем матче премьер-лиги команды и трибуны были одним целым, подгоняя игроков и вместе с ней радуясь забитым мячам. Казанский клуб такую поддержку ценит и старается возвращать веру своих болельщиков в виде красивых побед. У меня одно пожелание, чтобы наши болельщики продолжали за нас радоваться и болеть, как сейчас. А мы постараемся сделать для этого все возможное.